Так, здоров, народ. Так, мы находимся в офисе. Офисе, который уже пройден. Я сейчас просто объясню, в чем тут суть, что тут происходит. Сейчас посмотрим, что у нас тут наверху вообще происходит. Что мы сделали, что мы не сделали. Я вам постараюсь объяснить суть. Да, в общем, я писал эти видео все, и в общем, последние вот видео, они очень сильно начали лагать. Ну, просто так же столько начали лагать, что я аж, не знаю, чуть не расплакался, серьезно. И там было часа два, наверное, и у меня просто уже нет сил это все перезаписывать, серьезно. Поэтому я вам просто покажу карту офиса, скажу, где есть секреты. А вы уже дальше сами. Значит, вот тут все просто. Мы заходим, да, для того, чтобы попасть в комнату Маркуса Райка, нам нужно пойти по правой стороне. Для того, чтобы зайти в эту комнату, нам нужно пойти через телепорт. Я просто покажу, как она работает, если у вас возникнут какие-то проблемы вдруг, я не знаю. В чем суть? Тут дверь закрыта, да? Тут надо, наверное, будет все собрать. Я сейчас буквально такие... тезово сниму, потому что не буду уже воевать. А если у вас какие-то будут заминки, пишите в комментарии, я вам подскажу. То есть мы в первый телепорт прыгаем, а здесь мы просто бросаем в этот телепорт, здесь открываются двери. Отлично. А здесь под полкой секрет. Мы нажимаем кнопку и бежим вот сюда. В эту комнату. Здесь открывается секрет. То есть здесь у нас кнопка. Здесь открывается секрет. Это секрет номер один. Дальше. Чтобы попасть к Маркусу Райку, нам нужно... Так, где это есть? Нам нужно пройти вот этой дорожкой. Видите, да? То есть тут нажимаются кнопки, падают люки, и нам нужно перейти вот на ту сторону. Суть в том, что если мы даже нажимаем все кнопки, видите, что происходит. Господи, я упал. У нас не открывается одна плита. Вот это. Соответственно, для того, чтобы как бы решить эту головоломку, надо опираться на то, чтобы у нас была вот этот люк, нам нужно закрыть. Чтобы вот этот был закрытый. Почему? Потому что вот этот должен быть открытый. Вот, вот такая вот фигня. Просто когда мы сюда заходим, у нас этот закрытый, да, мы открываем. Суть в том, чтобы этот люк открыть и вот сюда пройти. Тогда у вас все получится. То есть нам нужно изначально закрыть этот люк. Фишка в этом, потому что для того, чтобы нам пройти, этот люк должен быть, видите, закрыт. Соответственно, нам нужно наблюдать. Я вам не скажу правильную последовательность, но вот видите, оно закрылось. Теперь открылось. Вот, закрылось. Нужно сделать так, чтобы он был закрыт, но чтобы мы могли выйти. Вот я сейчас опять спешу. Просто спешу. Чтобы уже закончить это. Просто ненавижу свой комп. Соответственно, конечно же, спешить никуда не надо. Нужно просто аккуратненько это все сделать. Вот. Видите, что у нас получилось?
Теперь мы эту открываем, оставляем, соответственно, и теперь идем дальше. И сейчас все должно получиться. Вот так вот. Еще, наверное, эту кнопку надо нажать. Да. Все. Вот таким макаром мы сюда попадаем. Ой. 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 Ну, кнопка не нажимается уже. Тут, видать, какой-то баг в оригинале может быть, потому что мы сюда уже заходили. Видите, второй раз нас сюда не пускает. Ну, как пройти, я вам показал. Сейчас мы зайдем туда, соответственно. Там есть еще один секрет. Я не знаю, как вообще это видео будет лагать или не будет лагать, но у меня уже нет сил, просто у меня сраный проц. Хотя он стягивает, когда играешь в офлайне, но при записи. Вот здесь есть кнопка, вот. Когда вы зайдете с этой вот отсюда, вот здесь есть кнопка. И здесь открывается секрет. Тут даже пушка есть, именная Маркуса Райка. Отлично. Я не знаю, если это видео не будет работать. Это золотой ключ, который вы найдете. Золотой ключ находится на карте Аркс Вапорум, там, где робот. Мы его видели, помните, там надо было зарядить батарею. Там нужно было зарядить батарею, и робот выходит, там начинается драка, и там золотой ключ. И вот когда мы заходим к Лоре Райк, нас бросает в какую-то комнату. Я еще здесь покажу, как решить эту головоломку, наверное. И мы еще вернемся наверх. Хотя вот наверху я не помню, где секреты. Но я вам покажу, наверное, на карте. Чтобы мы долго не ходили. Вот я здесь покажу, как надо действовать. Мы заходим в телепорт. Говорит, устал я от этих игр, кто-то должен заплатить за это все. А мы куда бы ни зашли, нас вроде как бы кидает в одно и то же место. Но на самом деле нет. Здесь 6 комнат. А нас кидает либо в ту же комнату, либо в другую. И нам отсюда нужно выйти. Для ориентира мы ложим мешок, ну какой-то предмет. И запоминаем, куда мы идем. В левой. Видите, а мы вышли в новой локации, значит мы ложим теперь 2 мешка. Идем тоже в левой. И мы попали туда же, где 2 мешка, значит, мы идем в правый. И мы попали, где 1 мешок. Значит, мы идем в левый, попадаем в 2 мешка, идем теперь в нижний, в левый. И попадаем, где 1 мешок. Значит, идем в нижний, правый. А вот это уже интересно. Подождите, мы же вроде уже везде были. Так, 1 мешок, правильно? Мы идем влево. Попадаем, где 2 мешка. Так, ну такого не может быть, потому что нас по-любому должны куда-то выбросить, блин, в другое место. Что за дела-то? Что за дела? Так, значит, там 2 телепорта идет. Туда же нас бросило. Так, подождите, давайте я заберу. Я, честно говоря, не могу понять, что происходит. Что за фигня? Так, еще раз ложим 1 мешок. Идем влево. Попадаем в новую локацию. Ложим 2 мешка. Идем влево. Так, идем опять влево, потому что 1 мешок. Теперь давайте попробуем в правый телепорт. О, теперь нас закинуло в новую локацию, видите? Короче, суть в том, чтобы запомнить просто, куда мы идем, и ложить 1 мешок, 2 мешка, 3 мешка, 4 мешка. Сейчас мы идем влево. И попадаем еще в новую локацию. И тут уже ложим 4 мешка.
Я его бросил, ну хер с ним, идем снова влево. Попадаем к двум мешкам. Нет, к трем, к четырем. То есть тут надо запомнить уже. И так вот постепенно запоминаем, куда мы идем. То есть где один мешок, мы идем влево. Где два мешка, мы идем вправо. Где три мешка, мы идем влево, по-моему. Да, четыре мешка. И у нас один из телепортов. Нет. Значит, мы тут снова идем влево. Здесь вправо. Так, здесь, по-моему, сюда. Да, и мы выходим. Сохраняемся. А, короче, суть понятна, да? Здесь вот будет сейчас битва. Короче, сложная. Ну, вот здесь еще походите по этим. Тут карты нет. Походите, побродите, посмотрите. Поищите в сундуках. Вот здесь есть медведь, который, собственно, нам нужен, необходим для... А, ну подождите, блин, я же хотел показать этот тайник у Лоры. Ладно, придется их все равно убивать. Я этого медведя брать не буду, я вам просто покажу секрет, который находится у Лоры в кабинете. Но я думаю, что там, в принципе, несложно его заметить. Ладно, их перебью тогда, а уже все остальное покажу на карте. Вот здесь робот пришел. Отлично. Дружище, тебя-то мы и ждали. Здесь неприятно видно на самом деле. Так что приготовьтесь. Я думаю, что здесь будет тоже лагать очень сильно. Как-то или промотайте, или еще. Класс, не попал. Господи, да давай ты, умирай уже, а. Так, сейчас я найду телепорт. Я не буду тут ходить. Тут, говорю, 6 комнат. Можете походить, поискать. А, тут есть уже всякие вещи. Просто не хочу терять времени. Уже это немного подзадолбало. А, здесь у нас вот... Мы сейчас зашли. Видите, эта кнопка. Эта кнопка нас телепортирует обратно туда, где мы только что были. Поэтому, чтобы отсюда выйти, надо ее нажать. А, здесь вот кнопка есть. Видите? Появляется комнатушка, и здесь вот еще одна кнопка. И здесь секрет. С очень классными вещами. В принципе, я их сразу же одевал. Так. Ну, вроде тут все. Три секрета, как пройти основные задачки, рассказал. Опять-таки, если это видео не будет лагать. И сейчас здесь я вам покажу, где находятся секреты. Я просто не помню, что там было в первом видео перед этим. Тут просто очень низкий FPS. Значит, смотрите, тут есть 4 секрета. Вот я всю карту открыл. Значит, первый секрет, ну, который я помню, когда вы активируете вот эти вот телепорты, сможете их использовать с помощью записок. Где она там есть? С помощью записок вот этой Люси Пейдж вы будете находить на каждом уровне. И в каждой записке у вас будет код. Стоп, это не Люси Пейдж.
ролях. Это Лиза Талер. У нее в каждой записке вы будете находить код, видите? Переходить через телепорты. Один — это зеленый рубильник, ноль — это красный рубильник. Самая первая записка, которую мы находили где-то буквально в самом начале игры, где-то 3-4 уровень, 110-010, ведет в суперсекретную комнату. Это также один из четырех тайников, это суперсекретная комната, там очень классные вещи. Плюс это ачивка. То есть первый секрет — это суперсекрет. Дальше, второй секрет. Когда вы будете через телепорты ходить, находится вот в этой штуке, вот здесь вот он. То есть тут вот этой штуки не будет. Тут вылезет мужик, вы его убьете, здесь будет кнопка. Вот здесь, прямо сверху. И открывается к этой. Это второй секрет. Дальше, третий секрет. Так, где у нас находится третий секрет? А третий секрет, если я не ошибаюсь, находится вот в этой комнате. Здесь будет мужик с молотком и пушка. Время от времени вылетать с разных клеток. А вот здесь, вот видите, вот эта штука, там есть сетка. Но за сеткой вот здесь есть кнопка, еле заметная. Вы ложите на кнопку какой-то предмет. Там в сетке есть дырка и открывается, по-моему, как раз вот здесь вот. Это третий секрет. Четвертый секрет, когда вы найдете все зеркала, их установите, зарядите батарейку. Вот здесь вот главный, ну как бы главное место, откуда идет главный лазер. На нем есть кнопка тоже, именно вот прямо на самом лазере, чуть выше, вы увидите. Откроется вот эта вот комнатка. То есть здесь будет лазероприемник. То есть вы должны будете лазер настроить так, чтобы он попал сюда, и здесь откроется четвертый секрет. Как бы все. Потому что у меня уже, честно, нет сил это все проходить. А, ну и последнее еще. Когда вы вернетесь вот сюда, вот у нас есть этот медведь. А, я ж... Подождите, я еще загрузился. Наверное. Ну, короче, когда вы найдете медведя, вот в той комнате, когда вы заходите к Лори Райку, там, где нас телепортнуло, там есть медведь в ящиках. Спускаетесь вниз, сюда падаете, ложите медведя в сундучок, и вам выходите, идете на выход, вам дают облигатор, который называется. И с помощью него можете растворить эти ворота и пойти к боссу. Фу, в общем, как-то так. У меня все. Следующее видео — битва с боссом. Смотрите, пишите, комментируйте. И не сердитесь за низкие FPS и глюколаги. Ничего не могу с этим поделать. Пока-пока.